шла молва по всей земле, по каналам разным, что у девок во селе не было оргазму. Эх, Масяма, не было оргазму. Эх, Масяма, не было его. И гадал весь род людской, над загадкой бился, что за парадокс такой во селе случился. Вроде все у девок есть, джинсы, сигареты, совесть есть и ум и честь, а оргазму нету. Эх, Масяма, оргазму нету. Эх, Масяма, оргазму нет. Приезжали к ним на дысь бабки ворожеи, девки очень напряглись, аж намыли шеи. Бабки лезли под подол, купали в купели, применяли панадол, что не преуспели. Приезжали во село разные артисты, оказались все гомосексуалисты. Танцевали им на вис звезды из балета, девки очень завелись, что оргазму нету. Эх, Масяма, оргазму нету. Эх, Масяма, оргазму нету. Макарев приезжал прямо с аквалангом, очень девушка напужал кислородным шлангом. Он готовил им борщи и валял котлеты, все рецепт сообщил, что оргазму нету. Вызывали МЧС, прилетал сам Шойгу, как спасатель он залез каждой девке в койку. И сказал потом Шойгу, брюки заправляя, лучше уж тушить тайгу, чем любовь такая. Эх, Масяма, чем любовь такая. Эх, Масяма, чем любовь такая. А написали девки в местную газету: помогите нам, хоть вы больше мочи нету. Что естественно, друзья, то не безобразно, потому никак нельзя жить нам без оргазму. А тут узнало все село, стеля тайной ленты, то, что дело их дошло аж до президента. И сказал тогда народ: Путина харизма очень сильную дает встряску организму. Эх, Масяма, встряску организму. Эх, Масяма, встряску органу. Девки глянули в окно, а в окне все ближе едет Путин в кимоно и на горных лыжах. Девки выскочили вон, в чем их мать родила, поглядел на девок он. Тут их и накрыло. Эх, Масяма, тут их и накрыло. Эх, Масяма, тут их и накрыло.